Адвокат Александр Добровинский отсудил у бизнесмена Сергея Полонского 5 миллионов долларов в лондонском суде. Свой иск на 300 миллионов фунтов стерлингов Полонский подал еще в 2014 году. В нем бизнесмен обвинил своего бывшего адвоката Добровинского в том, что тот якобы ввел его в заблуждение при продаже компании «Поток», что привело к потере значительных средств. Однако лондонский суд установил фальсификацию по делу Полонского и постановил, что бизнесмен должен возместить все судебные расходы своему бывшему представителю. Сам же Добровинский заявил, что планирует добиться ареста островов Полонского в Камбодже. Он с этого момента является официальным координатором по работе со СМИ. Я хочу арестовывать его, потому что я не знаю, где взять деньги, поэтому у меня есть целая экспедиция, летит на днях в Камбоджу. Там мы будем арестовывать его острова. Но впереди же еще один процесс, и там я хочу получить 35 миллионов долларов, потому что этот процесс, который был, вот 5 миллионов долларов, это был его иск ко мне.